Всем привет! Всем привет! Первый раз за сезон в этом году мы вырвались в лес. Говорят, что белые грибы пошли, и мы тут же приехали. Хотя обещали дождь, пока ехали, попали в ливень, но сейчас солнышко светит, да? Пойдем за грибами. Вот, приехали мы в лес. Пошла я грибочек посмотреть и сразу нашла грибочек, и не один. Вот. Красавец белый гриб. Вот один. И вот здесь второй. А вот второй грибочек. Вот светит солнышко. И мы пойдем искать грибочки. Народ пошел тоже в лес. Вот, зашли мы в лес, пока ничего не видно. Пойдем туда дальше сейчас. Черника маленькая. Черника маленькая, да, вот грибы я нашла, но это ложные лисички. Это ложные лисички, мы их брать не будем. А чернику можешь кушать? Нет, маленькая. Маленькая? Да, какая-то высохшая в этом году черника, дождей не было. Эта ягода называется рябина красная. В России растет. Она съедобная. Можешь попробовать. Но она кислая. Из нее, может быть, настойку делать или вино. Ну что? Фу. Кислая. И она еще не спелая. Но зато красивая ягода. Ладно, мы пойдем искать грибочки. А вот это вот можжевельник, кстати, можжевельник, хвойный кустарник, характерен для карельского перешейка. Дубы здесь сами наросли. Мы пойдем дальше. Здесь обычно полоса красных идет, потом полоса белых. А в этом году как-то была засуха, и грибов не было. Вообще не было. Да и мы вырвались первый раз в этом году. Пока мы ничего не находим. Я даже не представляю, где здесь искать грибы можно. На возвышенностях, или в низинках, или на полянках. Пока даже намеков нету. Но два белых, вернее, три белых я уже нашла. Прямо около машины. Что там? Черника? А я грибочек нашла, кстати. Не поняла еще, что это. Лезу. А, ну, беленький. Беленький грибочек. О. О, Боря. Грибочек беленький. Не, пошли, пошли грибы. Только надо поискать. Не так, чтобы там на каждом шагу рос гриб. Надо походить, поискать. Но цель-то наша не за грибами была, а просто прогуляться за город. А то устали мы там дома сидеть. Будем сразу чистить, чтобы грязь не таскать домой. Вот. Сейчас почистим грибы. Хороший беленький, маленький. Вот они только пошли, грибы. Конечно, мало. И самое интересное, что других вообще никаких нет. Ни поганок, ни сыроежек, ни лисичек пока ничего не нашли. Четыре белых нашли. Все, давай тебе положим.
А Боря черничку нашел, жует. Так, ладно, идем дальше. Борис попробовал рябину и сказал фу. Не понравилась ему ягода рябина. Она еще не поспела, она должна быть красная, а сейчас еще не совсем спела. Но все равно она, конечно, невкусная ягода. Вот еще грибочек. И опять беленький, Борь, опять беленький. Давай ножичек почистим. Да. А еще я нашла подберезовички. Тоже хороший грибочек. Кстати, ягоды здесь покрупнее черника. Грибами не пахнет. Не то время. Да. Не время сейчас. Поэтому медленно. Потом. Потом при... Ну, погуляем хотя бы. Давай, пойдем погуляем. Какой хороший лес. А грибов нет. Вообще, ни поганок никаких, ни сыроежек, ничего. Но лес красивый. А вот здесь растут лисички желтенькие. Иди собирай. Да, это. Вот они, лисички. Ну, срывай. Да, ой, смотри, ты топчешься еще. Ну, вот же еще. Вот, ты стоишь на них. Вот в кучку складывай, сейчас я их почищу. Туда. Нет. Это лисички, сестрички. Ну все, пойдем, наверное, туда. Здесь очень легко заблудиться в лесу, поэтому мы с компасом ходим, все время смотрим, где у нас север. Вот, север там. Да, беленький грибочек. Давай его срывай. О, грибочек Боря нашел. Давай его почистим. Короче, я поняла, походив по лесу, мы поняли, что в лесу грибов нет. Они растут все вот вдоль дорожки. Грибы только начинаются. И одни белые, других мы не находим. Еще не сезон. Только-только начинается. Зато все крепенькие. Вот еще я маховиков нашла. Маховики. Грибочки. Маховичушки.